1 сентября в России каждый отмечает по-своему. Например, вице-президент Лукойла Равиль Маганов, по официальной версии, вышел в окно с 6-го этажа центральной клинической больницы. 67-летний Маганов, видимо, решил вступить в элитарный клуб пятерых. Правда, теперь его стоит переименовать в клуб шестерых. Именно столько топ-менеджеров российских энергокомпаний, что напрямую связаны с путинскими кошельками, за время войны или спецоперации, как кому больше нравится, резко решили сменить свою жизнь на смерть. Правда, некоторые, уходя, забирают с собой еще и жен с дочерьми. Видимо, фетиш такой, скрепный, российско-православный. Но вряд ли эта новость в действительности может заинтересовать россиян. Ведь в великой державе, Путинской империи, одной из самых богатых стран мира, необходимо правильно установить полоскалку для стирки в 2022 году. По словам жителей Дымковской стороны, еще 2 недели назад они обратились с просьбой передвинуть с сухого берега полоскалку в воду. Это было сделано только сегодня.